Тверской области с 1 июля в качестве самозанятых зарегистрировались уже более 2500 человек. Специальный режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Верхневолжья в текущем году. Он дает возможность предпринимателям перейти на специальный налоговый режим, а также претендовать на все меры государственной поддержки. Наш телеканал встретился с одним из жителей Верхневолжья, который отныне ведет свое дело в статусе самозанятого. Подробности в материале нашего корреспондента. Подготавливаю его к нагреву, чтобы она не лопнула. Прогреваю спицу металлическую, она обмазана специальной глиной. В небольшой, но уютной мастерской Алексея Толстокорова кипит работа. Мастер трудится над новым заказом. По фотографии воссоздает из стекла древнеримскую бусину 2 века нашей эры. В умелых руках профессионала твердый и хрупкий материал становится мягким и податливым. Для этого его нужно хорошенько разогреть. Дальше в ход идет фантазия специалиста. Это почти как рисовать, только карандаш 700 градусов температуры. И мы работаем на открытом огне, примерно как 3D-принтер, только руками. Делаю технологический процесс, который в итоге создает бусину, которая будет готова, ну, изделие там, не только бусина. Этой работой Алексей занимается вот уже почти 5 лет, однако с недавних пор в статусе самозанятого. Новый налоговый режим действует в Верхневолжье с этого года. Алексей был одним из первых, кто его опробовал. Для чего это мне нужно, прежде всего? Вот я ездил сейчас в Сергиев Посад на фестиваль, я не знал организаторов, с которыми я работаю, мы заключили с ними договор с юридическим лицом, они со мной как самозанятым. И по этому договору я поехал с ними, уже работаю, знаю, что у меня есть договор, и я без каких бы то ни было проблем получу свои деньги, потом не будет никаких мытарств. Всего в Тверской области с 1 июля в качестве самозанятых зарегистрировались уже 2630 человек. Самозанятые жители Верхневолжья, которые переходят на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% для физических лиц и налогов по стандартным схемам налогообложения для индивидуальных предпринимателей, платят с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке 4% при предоставлении услуг физическим лицам и 6% при предоставлении услуг юридическим лицам. А зарегистрироваться самозанятым очень просто. Достаточно скачать приложение «Мой налог». Это можно сделать либо с сайта налоговой инспекции, либо воспользоваться приложением с App Store, либо с Google Play. Регистрация занимает буквально там, несколько минут. Для этого достаточно паспорта и сделать в приложении фотографию. По мнению губернатора Игоря Рудени, введение налога на профессиональный доход дает возможность самозанятым пользоваться мерами государственной поддержки для развития своего бизнеса. Кроме того, переход на этот налоговый режим индивидуальных предпринимателей позволяет сократить расходы на налоговые платежи. Появление специального налогового режима даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти сложный эпидемиологический период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики. Отметим, что самозанятые жители Тверской области могут претендовать на все меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Льготные кредиты, субсидии и гранты, льготы по налогам, участие в лизинговых программах и бизнес-обучении. Подробно узнать о них можно на сайте регионального центра «Мой бизнес». Также самозанятые смогут выступать поставщиками товаров и услуг на госзакупках.